Чем могу помочь? Выбирайте. Проголодайтесь, заходите. Это же мои друзья на крутой машине. Ага. Принесете мне кое-какие продукты? Почему мы? Ну, Сид сказал... Сид? Угу. Сказал, чтобы я вас чем-нибудь занял. Вам ведь все равно сейчас не вернуться домой. Ну ладно. Так что вы можете пока что исследовать мир. Ничего страшного, если вы это не найдете. Но если получится, будет здорово, правда? Еще одно испытание от старика. Он нас совсем не жалеет. Думаю, он за нас беспокоится. Хочет убедиться, что мы можем за себя постоять. Времени. Даже не верится, что кристалл украли. Эти ублюдки отняли все. А мы все вернем. До этого еще далеко. Чем могу помочь? Благодарю. Заходите еще. Покупай только самое необходимое. Ты мне что, мама родная? Родная. Могу помочь? Что будем заказывать? Какой цвет покрасить? А с колесами что делаем? Смотри, вот что я могу сделать. Выбирай цвет. Какой цвет покрасить? Ну как? Сейчас я все сделаю. Нравится? Все как заказывали.
Ребят, вы вообще сыты? Чем я могу помочь? Ну, как дела, ребята? Не хотите перекусить? Если вам понравилось, приходите еще. Ого! Съездили и привезли все, что надо. Легче легкого. Думал, это будет испытание. Вот оно как. Я вас недооценил. В следующий раз дам что-нибудь потруднее. В любом случае, спасибо вам за помощь. Вот, держите. Это на дорожку. Он что, дал тебе еды? Сказал, что это на дорожку. Ладно, приготовлю это в лагере. Хороший план.